севером Дамаска. Здесь, на севере Дамаска, в районе Аль-Кабун, некоторое время назад обосновались боевики фронта Аль-Нусра. Из-за их бесчинств местные жители обратились к армии с просьбой освободить их от ваххабитов. Ситуация осложняется тем, что Аль-Кабун, Хараста, Барзе связаны между собой разветвленной сетью подземных ходов. Через Аль-Кабун проходит северная магистраль, которая является важной артерией города. Жители жалуются на то, что снайперы боевиков постоянно ведут огонь по всем подряд автомобилям. От этого страдают как жители района, так и проезжающие через него. 15 минут назад снайпер боевиков расстрелял грузовой автомобиль, который возил овощи в Дамаск. Командир танкового подразделения дает офицерам указания перед боем. Уточняются задачи, распределяются цели. Разведывательный рейд бронетехники. Выявляются огневые точки боевиков и собирается информация, которую невозможно получить наблюдением издалека. Операция проводится сразу по нескольким направлениям. Соседи уже вступили в бой. Весь этот квартал под контролем боевиков. Эти, занятые боевиками дома, являются первой целью. Они должны послужить плацдармом для дальнейшего наступления. Штурмовую группу прикрывает танк. Бандиты ведут огонь. Завязался бой. Танки БМП выдвинулись на помощь передовому отряду.
Тем временем силы штурмовой группы постепенно наращиваются. Танк БМП открывают огонь по огневым точкам боевиков. Боевики стреляют из гранатометов и орудий. Выстрел танка прекратил это безобразие. Задача выполнена. Плацдарм захвачен без потерь. Агентство Анна Ньюс. Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.
продолжение контртеррористической операции в Аль-Кабуне. Войска успешно захватили участок на краю квартала. Под прикрытием брони пехота переходит в наступление. Наступление ведется в двух направлениях. Рейд вглубь квартала будет для боевиков сюрпризом. Танки ставят дымовую завесу, которая не дает снайперам вести огонь по пехоте. Одна за другой уходят в бой штурмовые группы. У каждой из них своя цель.
Один из бойцов ранен выстрелом снайпера. Товарищи оказывают ему первую помощь и отправляют в госпиталь. Позиция выстрелившего снайпера обнаружена, и по ней немедленно открывается огонь. Винтовка ему больше не понадобится. Основной ударной силой, поддерживающей пехоту, являются танки. Обнаруженные цели тут же уничтожаются. Любое сопротивление мгновенно подавляется. В результате боя освобождены несколько домов, что лишило террористов возможности свободно перемещаться и нарушило их систему обороны. Потери армии составили 2 человека ранеными. По предварительной информации, ваххабиты потеряли более 30 боевиков. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Оператору «Анна Ньюс» удалось выехать на место захваченного штаба боевиков.
С Божьей помощью мы захватили штаб боевиков, где была уничтожена большая группа террористов. Вчера было уничтожено от 30 до 40 бандитов. Наше подразделение уничтожает в среднем 10 террористов в день. Вчера в результате контртеррористической операции мы захватили центр управления боевиков в Аль-Кабуне. Было изъято большое количество оружия, документов и печати, а также РПГ, снаряды, гранаты с сосредоточивым газом, автоматы Калашникова, карты, средства связи. Были уничтожены тачанки ЗДШК и грузовые автомобили. Мы нашли большое количество документов, удостоверения личности, номера телефонов боевиков. Это печать Сирийской свободной армии. В это время поступила информация, что несколько затаившихся боевиков пытаются выбраться из окружения. Группа бойцов выдвигается для их ликвидации. Приносим извинения за плохо работающую шторку объектива камеры, пострадавшей в ходе съемок. Боевики применяют гранаты. К счастью, бойцы действуют грамотно. Боевики уничтожены. Эта местность контролировалась снайперами бандитов, которые стреляли во все проезжающие машины. Люди гибли ежедневно, как погиб и водитель этого автомобиля. Сирийские граждане противостоят боевикам своей повседневной жизнью, своей работой.
Зачистка. Когда боевики чувствуют, что не могут защищаться, они все сжигают и взрывают дома перед наступлением. В освобожденных кварталах Аль-Кабуна жизнь постепенно возвращается в мирное русло. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Террористы выгнали жителей из домов, прилегающих к трассе, и активизировали нападения на проезжающие автомобили. Войскам поставлена задача очистить от боевиков эти дома и обеспечить безопасность дороги. Высокая плотность застройки усложняет задачу. Каждое окно – угроза. В каждом доме может находиться огневая точка боевиков. На трассу выходят бронегруппы. Группа боевиков прокралась в здание возле дороги с другой стороны. Это было не очень удачной затеей. Их обнаружили. После первого выстрела корректировщиками опять обнаружено движение. Видимо, выбрались террористы, которые сидели в подвале. Поэтому боевикам были выданы вторая и третья порции. И на десерт удар артиллерии. Артиллеристы сработали отлично, поразив цель первым выстрелом, несмотря на дальность несколько километров. Добавки не потребовалось.
Танки прикрываются дымом. Наблюдатели наводят их на цели. Пехота приступает к зачистке. Террористы открыли огонь. Пехота отходит, и ответный удар следует незамедлительно. Пощады террористам ждать не приходится. Водитель грузовика убит снайпером боевиков. Из-за постоянной стрельбы снайперов родственники не могут забрать тело. Они попросили о помощи солдат. Командир танка находит решение. Бой за дорогу продолжается. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. В то время, как на левом фланге идет борьба за безопасность трассы, на правом войска начинают освобождение промышленных объектов. Пехоте при поддержке танков и БМП предстоит атаковать несколько зданий. В зданиях находится большое число хорошо защищенных огневых точек, что затрудняет штурм. Улица, по которой пехоте предстоит продвигаться,
простреливается множеством снайперов и пулеметных расчетов. Разведку боем производит бронетехника. Танки прикрывают друг друга, не давая высунуться гранатометчикам боевиков. Сзади танки прикрывает БМП. В действие вступает пехота. Под плотным огнем противника солдаты не могут атаковать и вынуждены идти вперед, прикрываясь танками. Задача танкистов – довести пехоту до ближайшего атакуемого здания. Необходимо довести пехоту до баррикады, чтобы рывком влево она могла ворваться в здание. Бандиты обстреливают танки. Пушка БМП помогает им успокоиться. Как только наблюдатели обнаруживают противника, танки открывают огонь.
Боевики пытаются достать пехоту, но она под надежной защитой. Медленно, но верно, солдаты идут вперед. Огневые точки в атакуемом здании наконец уничтожены. Танки подавляют огонь по пехоте, ведущейся с других зданий. Эти дома будут следующей целью.
теперь под прикрытием левого танка на штурм. Очищенное от боевиков здание. Выполнив задачу, машины возвращаются. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. В этой части не будет рассказа о сражении. Вместо этого мы покажем вам сирийских солдат перед атакой. Покажем их без прикрас, такими, какие они есть. Через несколько минут они сядут в боевые машины и отправятся очищать страну от бандитов. Они все очень разные. Объединяет их лишь одно – любовь к родине. Никто не даст ответа на вопрос, все ли они вернутся обратно. Но они знают, за что они воюют.
Машины вернулись за следующей группой бойцов. О том, куда боевые машины увезли солдат, вы узнаете в следующей части. Арабат,
Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Часть трассы через Аль-Кабун очищена, но на нескольких ее участках боевики активизировали нападение на проезжающий транспорт. Пора положить этому конец. Под прикрытием танков боевые машины пехоты высаживают десант. Пехота пошла на штурм. Одна за другой машины идут к точке высадки. Бас, прыжок.
С одной стороны дороги закрепившиеся в домах бандиты. С другой к дороге пытаются прорваться остатки окруженной и уничтожаемой группировки с правого фланга. Высадка десанта завершена, и БМП уходят за следующей волной. Танки же выстраиваются для охраны участка. Обнаружена группа боевиков, пытающаяся укрыться в новостройке. При виде этого бойца вспоминаются слова из детской считалочки. Кто не спрятался, я не виноват. Вторая волна десанта на подходе, и танки вновь выходят на ее защиту. Водитель автомобиля понял, что сегодня на трассе слишком тесно.
Часть бойцов высаживается и идет на штурм сходу. Плотный огонь танков и БМП не дает террористам возможности атаковать десант. С передовой спешит машина с раненым. Солдат отправляется в госпиталь, а следующая группа десанта в бой. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Очистка трассы от террористов продолжается. В бой отправляется третья группа десанта. У каждой группы свой участок. Два танка патрулируют отрезок дороги, чтобы защитить десант от внезапного нападения с любой стороны. Thank you.
Попадание РПГ. Двигатель заглох, и экипаж эвакуируется. Товарищ вовремя приходит на помощь, уничтожая бандитов, пытающихся захватить танкиста. Сиди! Боевики начинают минометный обстрел. Но эвакуация танка продолжается. К сожалению, один из членов экипажа погиб. Его настигла пуля снайпера. Террористы засекли наблюдательный пункт и обстреливают его. Их огневые точки немедленно обнаружены. Это была первая. Подкравшись на мягких лапах, танк уничтожает и вторую. Сверкая блеском стали, на смену поврежденной машине приходит другая. А за ней следует подкрепление для десанта. Thank you.
Желая избежать уничтожения на правом фланге зачистки, группа боевиков пытается прорваться к дороге. Пулеметы и пушки БМП избавляют их от подобных забот. В руках боевиков у дороги остался последний дом. Они окружены, но не желают сдаваться. Солдаты особенно и не расстраиваются. Задача выполнена. Машины забирают уставших бойцов. В первую очередь раненые. В этом бою сирийская армия понесла потери. 2 человека погибли, 12 ранены. Уничтожено более 150 террористов. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Автовокзал. Один из важнейших элементов инфраструктуры Аль-Кабуна захвачен боевиками. Штурм автовокзала планируется вести по двум направлениям – справа и слева. Слева наступление пехоты будет поддерживать бронетехника.
Солдаты выдвигаются на исходные позиции. В это время танки начинают подавление огневых точек. Всем четырем танкам открыть огонь по противнику. Молодцы. Последний инструктаж перед боем. Офицеры дают указания подразделениям. Танки уже выдвинулись для прикрытия атакующей пехоты. Разведчики и наблюдатели уточняют обстановку. Всем подразделениям доложить о готовности. Первый удар будет нанесен отсюда. Часть танков ставят плотную дымовую завесу. Вперед!
Под прикрытием огня бронетехники штурмовой отряд врывается на автовокзал. Пока пехота атакует, танки прикрывают ее собою, чтобы исключить контратаку. На левом фланге наступления скоротечный бой внезапно окончился бегством боевиков в следующее за вокзалом здание. Противник отошел и сейчас ведет издалека отчаянный огонь из пулемета. Штурм продолжается. Агентство Анна Ньюс. Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Противник отошел и сейчас ведет издалека отчаянный огонь из пулемета. Штурм продолжается. Короткое совещание перед продолжением атаки. Мы будем продвигаться на этом направлении. Как танки обеспечат нам прикрытие справа и слева? Пошли посмотрим. Приближаются танки, вызванные для поддержки пехоты. Бойцам необходимо преодолеть простреливаемый участок. Для этого танки подавляют огневые точки боевиков. Выступ справа – это место, откуда начнется штурм. Танки прикрытия занимают позиции. У входа в штурмуемый дом – баррикада. Бойцы открывают по ней огонь. Go!
выдержав обстрела, террористы отошли вглубь здания. Танка справа работают по обнаруженным огневым точкам. Их задача – не дать бандитам контратаковать с флангов. Один за другим в здание отправляются штурмовые отряды. Обнаружены позиции боевиков в соседнем доме. Танк срочно отправляется их навестить. Сначала аккуратно постучал в дверь, а когда никто не ответил, отправил гостинцы в окна. Задача подразделения на левом фланге выполнена. Двое раненых бойцов отказываются от госпитализации и им оказывают помощь на месте.
Для продолжения атаки выдвигаемся на правый фланг. По дороге БМП вступает в короткий бой. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Несмотря на успешный штурм автовокзала на левом фланге, закрепление на вокзале осложняется непрерывным снайперским огнем с больших дистанций. Танки уничтожают огневые точки, но поиск их требует времени. Пока танки уходят на загрузку боеприпасов, в бой вступают инженерные войска. Ремонтная эвакуационная машина и бульдозер строят баррикады из автобусов, под прикрытием которых бойцы смогут перемещаться в безопасности от снайперского огня. Боевики пытаются помешать этому, обстреливая технику из всех видов оружия. Попадание из безоткатного орудия не останавливает отважного механика-водителя.
Мне остановило его и прямое попадание из миномета. Несмотря на обстрел, солдаты продолжают свою опасную работу. Еще один выстрел из безоткатки мимо. Гранатометчик боевиков промахнулся совсем немного. Наказать его за дерзость выезжают танк и БМП. Больше выстрелов с гранатомета не было. Но возобновляется интенсивный минометный обстрел. Ни снаряды, ни гранаты, ни мины не смогли прервать работу. Машины покидают поле боя, лишь когда задача полностью выполнена. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.
Ткацкая фабрика. Правый фланг наступления на автовокзале. Цель сегодняшней операции – освобождение нескольких домов за автовокзалом. Вперед уходит разведчик. Командиры в это время оценивают обстановку, планируют операцию и определяют задачи подразделениям. Снайпер боевиков обнаружил расположение штурмовой группы. Командир ставит задачу танку. Разведчик не может вернуться из-за обстрела. Танк прикрывает его. Предупредите всех, идет интенсивный обстрел, поэтому здесь выходить нельзя, пока не уничтожим источник огня. Противник открыл артиллерийский огонь, плохо работают снайперы, поэтому пока у бойцов передышка. Солдатам предстоит нелегкая работа. Огонь противника сегодня очень силен. Боевики изо всех сил стараются не дать продвинуться за вокзал. Попадание ракеты боевиков в фабрику привело к пожару. К счастью, возгорание быстро ликвидировано солдатами. Наблюдатели засекли огневую точку бандитов. Определите, откуда они стреляют. Мина боевиков попала еще в один дом. Возник сильный пожар. Вот, вот. Вот, вот.
Бронетехника работает непрерывно. Постоянно меняют друг друга. Наконец, огневые точки подавлены. Мы идем не погибать, а победить. Мы солдаты своей страны и президента. Мы освободим эти дома от бандитов. Первая штурмовая группа пошла вперед. Вторая группа готовится. Сегодня ваш день, красавцы. Вы победители. Настоящие мужчины. Давайте, ребята, вперед, за Родину! Смотрите, проходите между танками. Вперед, храни вас Бог! Вторая группа тоже уходит в бой. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. На левом фланге
Террористы ожесточенно стараются сорвать продвижение сирийских войск и закрепление их на прилегающих к автовокзалу территориях. Они ведут интенсивный минометный обстрел. Рядом с наблюдательным пунктом непрерывно рвутся мины. Первоочередная задача – обнаружить и уничтожить корректировщиков противника и пробирающиеся в здание противотанковые расчеты. Как только танки получают координаты огневых точек бандитов, они тут же выезжают для их уничтожения. على يسار.
задачи уничтожения огневых точек подключается артиллерия. Танки возвращаются. Первая штурмовая группа выдвинулась для зачистки. Одна за другой уходят вперед машины с десантом и высаживают бойцов в разных районах вокруг вокзала. Сопротивление врага сломлено, редкий огонь противника не прицелен, и собственные мины ложатся на бывшие позиции бандитов. Дома освобождены. Проблемой остаются снайпера и минометы, стреляющие из джобера и мешающие свободно передвигаться. Освобожденную территорию патрулируют боевые машины пехоты. Из этого отверстия шли в бой бойцы в предыдущей части. После обсуждения принято решение для защиты от снайперов поставить автобусы с двух сторон от выхода. Yeah.
уже знакомая нам ремонтная эвакуационная машина с водителем-героем. Бандиты открывают издалека огонь из миномета, но поздно. Задача выполнена. А мы перемещаемся на новые позиции, которые вы увидите в следующей части. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Аль-Кабун. Сирийская армия продолжает освобождение района. Тишина в Аль-Кабуне длится недолго. Наша задача – очистить эти дома, где находится их центр управления, и обрезать им пути снабжения из Джобара. Командир поставил боевые задачи и отправляет машины в бой. Вперед. Первыми идут танки. На наблюдательном пункте снайпер готовится к бою. Мы наблюдаем за боевиками, которые стреляют в наших солдат. Засекаем позиции снайперов и уничтожаем их. Мы будем воевать до победного конца, пока не освободим нашу землю от этой мрази. Этот дом будет плацдармом для наступающей пехоты. Танкисты должны убедиться в его безопасности и прикрыть высадку солдат. За воротами могут притаиться боевики. Но у наводчика есть ключ ко всем дверям.
Зачистку помещения можно производить и так. Путь для пехоты свободен. Танкисты внимательно следят за опасным направлением. А вот и десант. Сразу после магазина поворот. Они побежали и скрылись там. Здесь враги. А здесь друзья. Одна за другой боевые машины привозят штурмовые группы. Бойцы пройдут сквозь здание и атакуют врага с фланга. А у снайпера бой уже начался. В этом доме очень много боевиков, особенно на первом этаже. Обнаружив спрятавшегося бандита, снайперы расправляются с ним с помощью пулемета. Стреляют через несколько стен. Снайперам помогают танкисты. Все огневые точки обнаружены. Наши работают по ним. Отлично.
Отличный выстрел, прямо в цель. Высадка пехоты завершена, и танки выходят на исходные позиции. Продолжение боя в следующей части. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Десант высажен и находится в готовности. Теперь необходимо уничтожить обнаруженные огневые точки и дать возможность пехоте подобраться к атакуемому зданию. Наблюдатели сообщают танкистам координаты противника. Боевики ведут ответный огонь. Разведчикам нужно найти безопасный путь к укреплениям противника. Попадание мины. Давайте, ребята. Найти путь среди развалин непросто. Назад, назад. Осторожно, снайпера бьют и справа, и слева. Наконец, проход к позициям врага найден. Вот,
Ребята, осторожнее. Постарайтесь, чтобы не было раненых. Еще одно попадание мины бандитов. Но, видимо, Бог все-таки на стороне сирийских солдат, а не террористов. Никого не зацепило. Противник пристрелялся, но разрывы не останавливают бойцов. Отстрелявшись, танки уходят на загрузку боеприпасов, а пехота готовится к решающему штурму. Командир роты уточняет задачи командирам танков и напоминает им о необходимости внимательно следить за обстановкой. Окончание боя в следующей части. Агентство Анна Ньюс. Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Экипажами получены последние указания, и пехота на исходных позициях готовится к штурму. Продолжается контрснайперская борьба. Доклад командованию. Работой пехоты довольны, задача выполняется успешно. Уверены, что будет выполнена на 100%.
Танки имитируют атаку с последующим отходом, чтобы огневые точки противника проявили себя. Наблюдатели дали танкистам новые целеуказания. Быстрее двигайся, пушку в сторону врага. БМП, будете выезжать. Прикрой БМП, чтобы выехала. Давай быстрее выезжай. Сдай назад. Давайте быстро вперед. Стремительным рывком танки идут на сближение с противником, чтобы дать пехоте возможность добраться до штурмуемого здания. Дымом танки прикрывают атакующую пехоту. Продолжайте работу. Восемь табе, эй! Табе ламам!
Я иду! Потихоньку заходите в дом. Прикройте правый фланг. Выполнив задачу, танки отходят. Зачистка. Наконец бой окончен. Осматриваем укрепления боевиков. Здесь, наверное, снайпер. Здание взято, но по-прежнему есть опасность снайперского огня из джобара. Саламат, шабаб. Кифа. Го, спасибо. Для безопасной погрузки и разгрузки проделывается проход. БМП привезла продукты и увозит нас. Идем. Агентство Анна Ньюс. Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Осмотр освобожденных кварталов Аль-Кабуна. Некоторые участки простреливаются снайперами из джобара, поэтому идти приходится, защищаясь бульдозерами или танками.
участок обрушенного подземного хода. Группу прикрывают два танка. Армия проводит очистку местности от взрывчатых веществ, проверяет, не осталось ли где-то боевиков. Повсюду мы можем видеть следы разрушений и опустошения, оставленные боевиками. هذا خندق ايش مثل الاعصاب تعرفون Они спускались отсюда и шли мимо электростанции. Мы слышали их голоса. По этой траншее перемещались автомобили боевиков с зенитными установками и минометами. Отсюда шли машины, но в результате пожара дом слева упал на эту дорогу. Если хотите на ту сторону, нужно обходить, потому что дальше подземный ход, который наши инженеры заблокировали. Обезвреженные саперами снаряды и мины. Один из выходов подземного хода. Это машина с ДШК. Целая система окопов для техники. Сделав несколько выстрелов, автомобиль с минометом или зенитной установкой менял место, переезжая в другой окоп или по траншее в другую группу окопов. В изготовлении системы фортификационных сооружений чувствуется участие профессионалов. Однако, в конечном итоге это их не спасло. Справа еще один недорытый окоп.
أثناء متابعة الأعمال القتالية في المنطقة الصناعية الواقعة بين أو الفاصل بين منطقة القابون وجوبر. В процессе зачистки района мы получили информацию о местонахождении боевиков. Бои продолжались неделю и удалось полностью их уничтожить. После этого мы нашли два 82-миллиметровых миномета, ящик с минами. Сейчас мы продолжаем зачистку до площади водных ресурсов. Шукран. Нередко встречаются куча контейнеров из-под минометных мин. Совсем неудивительно, если вспомнить, как часто мы видели их разрывы. Еще одна такая куча. Солдаты собирают и уносят обезвреженные мины. Лайт. Ребята, здесь был пункт управления. Нужно искать хорошо. Должен быть подземный ход. Ищите внимательнее. Это для камер. Control point. Пункт управления? Да. Наконец подземный ход найден. Вот подземный ход. Подготовь автомат и будь очень осторожен. Идем? Нет. Почему? Нужно потихоньку. Хорошо. Ну как, все нормально? Да. Можно идти? Да. Снимать в ту сторону можешь, а выходить нельзя. Будьте очень осторожны и внимательны. Раз есть минометы, должен быть склад. Шабаб! Парни, эту комнату осмотреть тщательно. Обезврежены еще две мины. Одна из них кумулятивная, для уничтожения проезжающей техники. Вот,
Еще мины для миномета. Для кого-то последний выстрел из этого миномета стал сюрпризом. Неподалеку валяется мина и куски одежды. Забирайте все это. Смотри, кровь. Один из автомобилей с ДШК захвачен невредимым. Пулемет уже вывезен. Солдаты пытаются завести автомобиль. Вес около 5 килограмм каждая. Русия? РПГ-27. Российский. РПГ-27. Солдаты показывают обнаруженную комнату пыток. Здесь они мучили людей. Пять мин, вес около 5 килограмм каждая. Вернутся ли к собаке ее хозяева, неизвестно. Пора возвращаться. Захвачена сеть подземных ходов между домами и связывающая Джобар и Арбин, а также Джобар и Аркабун. Теперь эта местность освобождена от боевиков и вернулась к родине. Победа за нами. На обратном пути нас прикрывает бульдозер. Спасибо, бульдозер. Сукран, бульдозер. По радиостанции мы слышим сообщение для группы зачистки. Дай Бог всем вам здоровья. Спасибо. В боях за эти кварталы 10 солдат сирийской армии получили ранения различной степени тяжести. По сведениям террористов, они потеряли в этих боях более 200 боевиков. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.